Здравствуйте, дорогие товарищи! Значит, меня зовут Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета. Я так понимаю, здесь собрались все те, кто задает вопросы и ищет истину в наших непростых, сложных проблемах, прежде всего экономических, политических. Вы меня постоянно окликаете. Я думаю, что в стенах Красного университета, то есть вы пришли в правильное место. В стенах Красного университета, я думаю, что совместно найти истину можно. У вас было первое занятие, посвященное науке и логике Гегеля. Насколько я понимаю, рассматривались вопросы учения о сущности, а марксизм, как известно вам, состоит из трех составных частей. Это диалектика, политическая экономия и научный социализм или научный коммунизм. Вот у нас будет несколько занятий, посвященных экономической проблематике. Значит, их будет у нас по году 4. В этом семестре 2. Сегодня лекция, затем вопросы и дискуссия. На следующем занятии, в следующую среду, семинар. Вы должны будете ответить на те вопросы, которые вывешены на СДО Красного университета, то есть написать небольшую контрольную работу. Затем расстаемся до февраля месяца, в феврале снова встречаемся. Тоже будет 2 занятия. Принцип нашей работы очень простой, как в старом известном армейском анекдоте. Нужно выкопать длинную глубокую траншею. Копать будем отсюда и до обеда, то есть до конца занятия. Дальше вы остаетесь и самостоятельно докапываете эту большую и длинную траншею. То есть речь идет о том, что основной упор делается на самостоятельное изучение основного произведения марксизма. Это «Капитал» Маркса. Вот я принес первый том. Порядка 1000 страниц. Всего у нас 3 тома. Второй том чуть-чуть потоньше. 2 третьих тома в совокупности толще этого. Но есть так называемый 4-й том теории прибавочной стоимости. Вот. Но в основном 3 тома «Капитала». Значит, сразу был вопрос, где его можно найти. Ну, во-первых, старые книги, я не знаю ценника. Новые издания мне не встречались. Поэтому основной путь – это в интернете. Вплоть до того, что можно скачивать, распечатывать, если есть такая возможность. И такие у нас были периоды истории, когда мы распечатывали науку логики и носили по главам, по разделам. Итак, ну такие у нас, да, в помощь вам, помощь самостоятельной работе функционирует. Кружок любителей науки и логики Гегеля собираются по вторникам. Я имею в виду, что в интернете можно всегда просматривать. Второе. Есть университет рабочих корреспондентов. По четвергам мы собираемся. Улица Очаковская, дом 7. 19 часов. Да. Ну, во всяком случае, тоже в интернете можно найти и просматривать лекции. И есть кружок по капиталу. Тоже в интернете можно просматривать. Вот сразу, какая у нас основная проблема здесь получается? Основная проблема – найти свободное время, чтобы после работы прийти либо сюда на занятия, либо в какое-то другое место, либо самостоятельно дома прийти и открыть науку логики Гегеля, либо «Капитал» Маркса, либо произведение Ленина. Вот где найти его свободное время? Величайшая проблема, наряду с проблемой заработной платы, низкой заработной платы, это, конечно, свободное время. Вообще, я начну, так сказать, несколько с другого. Вот. Социалистический строй, коммунистическое общество ставило в качестве цели обеспечение полного благосостояния
и всестороннего развития всех членов общества. В отличие от нынешнего капиталистического производства, цель которого – получение прибыли. Замечательная цель. Вот кто-то может высказать против того, чтобы все члены общества были обеспечены всем в материальном плане, было обеспечено их полное благосостояние, и имелась возможность свободного всестороннего развития. То есть можно сказать, люди занимались бы наукой, искусством, спортом, участвовали в государственном управлении. Замечательная цель. Что для этого нужно? Для этого нужно свободное время. А как оно получается? А свободное время получается за счет того, что сокращается рабочее время. А рабочее время как сокращается? Путь один. Совершенно верно. Повышать производительность труда. Так вот, мы имеем период в истории нашей страны, когда эта цель реализовывалась. Это было с 1917 года, ну, до конца 50-х годов. Я напомню сразу, один из первых декретов советской власти – это декрет о 8-часовом рабочем дне. До этого где-то 11-11,5 часов была продолжительность рабочего дня. Затем, начиная с 27 года, в соответствии с программной установкой коммунистической партии, начался в стране переход к 7-часовому рабочему дню. Дальше, как вы знаете, война, сначала подготовка к войне, это дело было приостановлено. После войны восстановление хозяйства, а вот дальше произошли в стране события, и начался обратный, так сказать, поток, обратное движение, переходный период от коммунизма к капитализму. И об этом деле совершенно забыли. Вот совершенно, так сказать, свежая статистика, как я подобрал в ходе подготовки. Какая у нас ситуация в стране? Значит, Институт социологии Российской академии наук. Ну, серьезная организация. Провело исследование, которое называлось «Влияние экономического кризиса 2014-2016 годов на занятость россиян». Напоминаю, что по Трудовому кодексу у нас продолжительность рабочей недели 40 часов не должна превышать. Хотя меньше может быть. Да, не должна быть больше, совершенно верно. Так вот, если в 2014 году фактическая продолжительность рабочей недели в России составляла 44,3 часа, то в 2016 году она выросла до 45,3 часа. Я вот уверен, что в основном здесь сидит молодое поколение, все работают где-то. Можете сравнивать с тем, что у вас, что у ваших соседей, что по стране. 56 россиян работают свыше 40 часов в неделю, а 12% 60 часов и более. Лидирует, как водится, Москва. Переработки, то есть то, что свыше 40 часов, 68%. Работает. Да. Международная рекрутинговая компания Хейс опубликовала исследование по России, что у нас работают сверхурочно 87% человек. Ну вот, такая печальная статистика. Вопрос, когда найти время на творческое и свободное всестороннее развитие. Но вот те, кто нашли, я считаю, это в известной степени, ну, герои. Конечно. Получается, что времени нет не то, что чему-то обучаться, а времени нет даже, чтобы тратить заработанные деньги. Соответственно, не надо повышать даже платы. Ну, давайте вопросы мы потом, мы сейчас пойдем. У нас будет возможность для дискуссии и обсуждения. Итак, значит, вот капитал Маркса. Еще небольшую вводную часть. Многие говорят, буржуазные деятели, буржуазные, те, кто защищает буржуазный строй, их называют апологетами. Так вот, апологеты буржуазного строя говорят, Маркс устарел. Но когда он жил, когда он творил, когда написал? Ну, 150 лет назад. Все, что написал, уже неверно. Поэтому я рекомендую. Если кто еще не открывал, не читал, вообще читать надо, конечно, сначала до конца, чтобы, так сказать, соблюдать эту логику. Открыть одну из последних глав, 24 глава, параграф номер 7. Называется «Историческая тенденция
капиталистического накопления. Очень коротенький параграф, в котором Маркс подводит итоги исследования тенденции развития капитализма, которые он дал, раскрыл в первом томе «Капитала». Я прошу обратить внимание только на него, вы прочитаете. Там увидите, что исходя вот из экономических законов, внутренних, присущих капитализму, идут процессы концентрации, централизации капитала, образования акционерных обществ, монополий. То есть капитализм идет к новому строю. Там дальше классические фразы. Экспроприатор экспроприирует, бьет час капиталистической частной собственности. Обратите внимание одно. Год выпуска первого тома «Капитала». 1867 год. Прошло всего несколько десятилетий, и мир капитала вступил в свою высшую и последнюю стадию, которая называется монополистический капитализм. Маркса уже не было в живых. А вот то, что он написал там, вот оно произошло. Прошло ровно 50 лет после выхода первого тома «Капитала», и что случилось в 1917 году? Россия стала советской. Произошла пролетарская революция. Вот, как говорится, подтверждение того, что это исследование истинное. Вот некоторые говорят так, чтобы уйти от существа вопроса, вот там пророк и так далее. Да нет. Просто изображение картины развития капитализма, данное Марксом, оно истинное, соответствует этому объекту. Соответственно, выводы, куда будет двигаться капитализм, куда он развивается, тоже совершенно правильно. Что у нас сейчас на дворе? Капитализм. То есть у нас сейчас в России капиталистическое производство. Поэтому хотите получить ответы на вопросы, да? Что там происходит у нас в стране, пожалуйста, открывайте «Капитал» Маркса, вы там найдете. Здесь мы только сможем некоторые вопросы рассмотреть, обсудить совместно, вас, так сказать, направить в определенном направлении. Ну вот, я, так сказать, думал, как вот построить наше занятие. Да, еще одно, извините, забыл вводное замечание. Производственные отношения, а вообще, так сказать, предметом исследования капитала является капиталистический способ производства и соответствующие ему производственные отношения. То есть производственные отношения – это такие объективные, необходимые отношения, в которые вступают люди между собой, чтобы производить. Так вот, особенность или специфика капиталистических производственных отношений, они вот непрозрачные. Сейчас такая мода на такое словечко, все должно быть прозрачное. Там выборы прозрачные, отношения должны быть прозрачные, и это замечательно. Но вот капитализм, как система экономических отношений, вот он непрозрачен абсолютно. И вы на первом занятии, насколько я понимаю, у вас тема была категория сферы сущности. Ну, знаете, есть сущность, а есть явление. Вот сущность на поверхности не лежит. До нее еще нужно докопаться, во-первых. Во-вторых, она противоречит самой себе, явлению. И вот эти отношения капиталистические вот так прямо нагромождены, и вот эта сущность, она скрыта. И поверхность явления, она противоречит сущности. И вот нужно докопаться до нее, раскрыть. Вот мы будем попытаться делать это совместными усилиями, и, ну, естественно, при помощи «Капитала» Маркса. С чего мы начнем? А вот начнем с двух проблем, которые есть у всех, я думаю, что на поверхности выглядит так. Это низкая заработная плата, которая не дает возможность нормально существовать трудящимся. И второе. Вот продолжительность рабочего дня. Когда человек, отработав на одном месте работы, вынужден идти, подрабатывает где-то, кто вагоны разгружать, кто занимается частным извозом, кто лекции читает и так далее. А после этого пришел домой, поесть, поспать, с женой не поговорить, завтра то же самое. И вот такая безысходность получается. Поэтому давайте для начала разбираться, в чем здесь дело, а потом уже делать выводы, как из этого выходить. Итак, начнем. Заработная плата. Вот вы откроете любой учебник буржуазный, откроете Трудовой кодекс. Это серьезный документ. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел «Заработная плата». Что это такое? Везде пишут. Это плата за труд.
В Трудовом кодексе, совершенно верно, вы подсказываете, это вознаграждение за труд. Ну, что-то не вяжется, маленькая зарплата, значит, труд у вас какой-то плохой. Очень плохой труд, и мало трудитесь. Вот отсюда получается, если плата за труд, вот вы недовольны, ну, значит, трудиться надо либо больше, да, либо интенсивнее. Другого пути нет. Ну, на самом деле, конечно, это не так. То есть, это, повторяю, поверхность явления. Давайте тоже с этой поверхности идти разбираться, раскручивать эту цепочку. Ну вот, предположим, вы решили устроиться на новую работу. Просмотрели вакансии везде, газетки, интернет, прошли собеседование, ударили по рукам. Подписывайте договор. Вот что в этом договоре сказано? Вы труд продали. Ну, во-первых, там сразу масса таких понятий, которые запутываются. Ну, даже вот те, кто сейчас работают, вот, есть такие понятия, аванс и получка. Да? У кого 1-го 15-го, у кого 5-го 20-го, у кого 10-го 16-го, аванс, получка. Даже не, мы не задумываемся над тем, вообще отвечает он содержанию или нет. Аванс. Что такое аванс? Вот мы, скажем, с кем-то из вас заключили договор, вы мне квартиру отремонтируете. Вы еще не приступили к работе, а я вам дал деньги. Вот это есть аванс. А так, в массе своей, что такое аванс? Вы должны отработать как минимум 2 недели. То есть вы отработали, и вам платят зарплату. И это называется авансом. Нет, наоборот, вы проавансировали капиталиста. Это первое. Второе, которое называется не капиталист, а как работодатель. Вот он дает работу. Ну как это? Вы же трудитесь, вы даете работу, вы даете труд. Однако нет, вы непонятно кто, а вот он работодатель. Это сделается и не случайно, и не случайно. Ну, чтобы эти отношения полностью запутать, чтобы не докопаться до истины, до этой прозрачности. Если говорить о прозрачности, то вот предыдущая формация, феодализм, там совершенно прозрачность труда. Там все понятно. Вот крестьянин, у него свой клочок земли, свои средства производства. Но ты должен в такое-то время, а с сих до сих, в такие-то дни, отработать на таком конкретном участке. Все, что там вырастет, да, ты соберешь, это будет принадлежать феодалу, помещику. Все прозрачно. А вот то, что у себя отработал, это твое. А здесь все не так. Итак, что прописано в этом трудовом договоре, если подписал работодатель, хотя, повторяю, это не работодатель, и вы? Вы обязываетесь совершить определенные трудовые функции, то есть выполнить работу. То есть вот вы заключили договор, встретились два равноправных человека, два свободных. Мы живем в свободном обществе? В свободном. У вас есть паспорт, вы свободны прийти на эту работу, можете на другую. Вы свободны уехать в другой город. Вы не привязаны к месту. У нас не феодальная зависимость, свободные личности. И живем в свободном обществе. Ладно, вы свободно подписали договор. Работодатель тоже подписал. Что он у вас купил? Труда-то еще нет. Что? Никакой. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы продали способность труду. Научное понятие – это рабочая сила. То есть вы продаете, рабочий продает, рабочую силу. Полное, сказать, если раскрыть, рабочая сила – это совокупность умственных и физических способностей человека, которые он пускает каждый раз в ход и в дело при производстве продуктов, товаров в капиталистическом обществе. Как сейчас принято в молодом поколении, очень любят, короче. Короче, вы совершенно правильно сказали. Короче, способность труду. То есть продается не труд, а способность труду. Вот мы сделали первый шаг. Второе. Значит, капиталистическое общество как общество? Это общество товарное. Товарное производство. На той стадии его развития, когда рабочая сила становится товаром. Вот и все, так сказать. Вся премудрость и понятие капиталистического производства. Значит, рабочая сила становится товаром. Что такое товар? Ну вот будем галопом по Европам, но иначе у нас не получится за час времени. Товар – продукт труда, предназначенный для обмена. То есть, коль скоро у нас сейчас товарное производство, всеобщее товарное производство, да? И рабочая сила становится товаром. То есть, еще раз вводим, дальний делаем следующий шаг, уточняем. Рабочий продает, вы продаете рабочую силу, которая является товаром.
Значит, что покупает капиталист? Товар, рабочую силу. Вот давайте еще несколько теорий. То есть мы идем вот буквально к первой главе капитала, поскольку нам без этого не обойтись. Если бы у нас было много времени, например, мы бы рассматривали, так сказать, весь год, мы бы начали с первой главы, которая начинается как раз с товара и его свойств. Значит, у товара есть две стороны. Потребительная стоимость и стоимость. Соответственно, стоимость товара – это общественно необходимые затраты труда на производство этого товара. Опять-таки, короче, это затраты труда. Соответственно, первый, так сказать, вывод. Вот на рынке встречаются два товаровладельца. Они обмениваются товарами. Кому принадлежит товар? Вот мы с вами обменялись, я вам дал ручку, вы мне тетрадку. Вот тетрадка мне принадлежит. А ручка вам. Вы с этой ручкой что хотите, то и делайте. Вы собственник этой ручки. Когда капиталист покупает товар, рабочая сила, соответственно, мы, так сказать, логично предположить, то кому будет принадлежать этот товар, рабочая сила? Капиталисту. Но он постоянно или нет? У нас же... Нет, конечно. Это там тысячелетия назад, когда был рабовладельческий строй, когда и товаров не было, раб был вообще не человеком, он был говорящим орудием труда, принадлежал рабовладельцу. На время вы по договору, там есть важный пункт, вы будете работать в соответствии с трудовым распорядком, но если по трудовому, по трудовому кодексу, не более 40 часов в неделю. Но вот эти 40 часов ваша рабочая сила на основании законов капиталистического товарного производства, ну, соответственно, юридических, которые являются отражением экономических законов, кому принадлежат? Капиталисту. Значит, он имеет полное право потреблять этот товар. Ну, потребление, правда, специфическое. Если мы берем товар как предмет потребления, пошли... Сейчас вот после лекции пойдем купим водички, выпьем, кто-то кусок колбаски купит, съест. То как потребляет капиталист рабочую силу? Ну, конечно, в переносном смысле. Хотя, вы знаете, и пишут, высасывает все соки и жилы из рабочих. В переносном плане. А что потребляет, вот мы сейчас это будем разбирать. Это первое. Мы пока, так сказать, оставим это в стороне. Второе. Значит, вернемся опять к началу. Значит, товар имеет стоимость. Стоимость товара — это труд, воплощенный в товаре. Я короче, укорачиваю как могу. Соответственно, товар, рабочая сила, также должен иметь какую-то стоимость. Но если стоимость товара — труд, воплощенный в товаре, а товар, рабочая сила — это такой особый, специфический товар, поскольку его носителем является живой человек, то очевидно, что стоимость товара, рабочая сила, должны входить те затраты, которые необходимы на постоянное воспроизводство, возобновление этой самой рабочей силы. Вот славно потрудился на капиталиста сегодня, 8 часов, мы не будем сказать, говорить, что 8 часов. Что ему нужно? Покушать нужно. Наверное, одеться нужно, не голым же будет трудиться и ходить. Хотя много лет назад, я хочу сказать, в СССР проводил исследование социологической группе товарищей на заводе стекловолокна. Я был поражен, это был молодой, значит, литейный цех. Стоят аппараты, температура там 1000, а рядом, ну, очень большая. И меня это поразило, что в литейном цехе работали и мужчины, и женщины. Мужчины были в плавках, а женщины в купальных костюмах. Значит, было невозможно. Ну, будем считать нормально, что нужно одеться. Но вышел за ворота, мороз, холод. Пришел домой, надо поспать. Жилье какое-то должно быть. Дальше не днем единым жены, живы мы. Надо подумать о завтрашнем дне, а через годы. Ну, человек выйдет на пенсию, старость придет, кто-то должен заменить, должна быть семья. Так вот, есть такое понятие — стоимость рабочей силы. Она специфическая. То есть, если короче, стоимость затрат на воспроизводство рабочей силы. Или более расширена. Значит, стоимость товара — рабочая сила. Это стоимость средств существования для нормального существования рабочего и его семьи. Понятно, да? Логично все. Это стоимость рабочей силы.
Ну, давайте сделаем небольшое, сказать, отступление, сказать, будем теорию, сказать, с практикой. Вопросим, какова стоимость товара рабочей силы? Не надо путать с заработной платой. Заработная плата, мы до нее дойдем. Забегая вперед, это денежное выражение стоимости товара рабочей силы. То есть масса ступенек промежуточных. Стоимость товара рабочая сила. Ну, вот я, к сожалению, сколько смог распечатал. Значит, повторяю еще раз. Строгое научное понятие стоимости товара рабочая сила. Это стоимость средств существования рабочей его семьи. Нормального существования. Нормально что имеется в виду? Это то, что вот, нет, в том числе воспроизводство. Нормальное существование подразумевает. Если уж питаться, то не картошкой, извиняюсь, с капустой, так сказать, научно обоснованные нормы, которые предполагают какое-то количество белков, углеводов, жиров, витаминов и прочее, прочее, прочее. Если жилье, да, состав семьи. Ну вообще Россия, мы должны вымирать или развиваться? Развиваться. Чтобы росло население в стране, сколько в семье должно быть человек? Три. Три, ну совершенно, вы все практически знаете, зачем вам не нужно, совершенно верно. Значит, в семье должно быть муж, жена и три человека, пять человек. То есть средств существования должно хватать на это. Дальше. Учиться должны дети? Должны. Детский садик должны ходить? В отпуск должна семья идти? Это нормально, съездить в отпуск? Нормально. Зубы лечить совершенно и многое-многое другое. Значит, первый расчет стоимости рабочей силы, я думаю, в нашей стране, он был сделан в 2007 году. Это в ходе коллективных действий в морском порту Санкт-Петербурга. Расчет был сделан докерами под руководством Владимира Михайловича Попова. Затем в 2011 году он был обновлен. Я вот сейчас раздам. Ну, как-то через одного. Во всяком случае, вот этот расчет, я его называю там классическим расчетом, основой, фундаментом, да, для дальнейшего, можно увидеть на сайте Фонда рабочей академии. Он размещен. Пожалуйста, да, передайте как лучше. Да, будете посмотреть. Да. То есть на сегодняшний день, без учета так называемой инфляции, при одном работающем семье стоимость рабочей силы составляет 240 тысяч рублей. При двух работающих, ну, если муж и жена работают, 140 тысяч рублей. Ну вот давайте вы можете теперь сопоставить вашу заработную плату лично каждого со стоимостью рабочей силы. Повторяю, стоимость рабочей силы – это стоимость средств существования рабочего и семьи, нормального существования. Без излишеств. Без излишеств. Вот есть автомобиль, там есть, но это не Мерседес. И квартира подразумевается трехкомнатная. Я вот считаю, что для семьи из пяти человек это мало. Это вот ненормальное существование. Вот даже по нормам, скажем, общества нашего, буржуазного, ну, считается нормальным, когда на одного члена семьи комната еще одна общая. Вот будем считать, что это заниженное. Теперь сопоставим. Значит, стоимость рабочей силы докера-механизатора морского порта Санкт-Петербурга и с тем, сказать, уровнем средней заработной платы, которая есть у нас в стране. Причем среднюю брать нельзя, как в старом анекдоте, средняя температура по больнице. Да? Если у вас, извиняюсь, там у кого-то 10 тысяч, у кого-то 20 тысяч в месяц, у кого-то миллион, средняя получается сколько? Почти 350 тысяч, ну на троих поделим, да? 350 тысяч, ну это с лихвой перекрывает стоимость рабочей силы, все замечательно. Поэтому нужно брать заработную плату по группам, по социальным, по классам. Тяжело. Вот есть замечательная, скажем так, у нас организация, Федеральная служба государственной статистики, по старому Роскомстат. У него замечательный сайт, много чего полезного. Вот если вы захотите узнать заработную плату в разрезе возрастов, мужчины, женщины, по регионам, по территориям, по специальностям и так далее. Но рабочих выудить тяжело. Но все-таки есть. Иногда делают. Так вот, последние данные на 2017 год, средняя заработная плата рабочих была 35 тысяч рублей. Из них, если брать высококвалифицированных,
то 40 тысяч небольшим. А малоквалифицированных, низкоквалифицированных не дотягивал до 20 тысяч рублей. Значит, различие получается, ну, по отношению к низкоквалифицированным на порядок. На порядок. То есть наша заработная плата сейчас в капиталистической России не дотягивает значительно до стоимости рабочей силы. Идем дальше. Мы только двигаемся дальше. А что такое себе представляет заработная плата? Это не плата за труд. Это денежное выражение стоимости товара рабочей силы. Значит, что такое рабочая сила, мы уже знаем. Что такое стоимость товара рабочей силы, мы знаем. Товар, что такое, мы знаем. И что такое деньги? Деньги – это этап развития товара. Это особый товар, специфический товар, выполняющий или играющий роль всеобщего эквивалента. И в соответствии с законом стоимости, который является фундаментом, основным экономическим законом капитализма, закон стоимости – это определение стоимости общественно необходимой затратами труда. В соответствии с законом стоимости. Вот цены-то, они колеблются. Либо выше стоимости, либо ниже. И это не нарушение каких-то экономических законов капитализма, закона стоимости. Закон стоимости может только себя проявить через это колебание цен. Поэтому заработная плата, как денежное выражение стоимости товара рабочая сила, она может либо выше быть стоимости, либо ниже. Но по массе своей, как мы видим, у нас она ниже. Хотя есть примеры выше. Ну вот я не так давно в газетах прочитал, что, скажем, заработная плата пилотов пассажирских самолетов доходит до 350 тысяч рублей. Это гораздо выше стоимости рабочей силы. Мы не берем заработную плату там, генеральных директоров и так далее. Вот. Значит, что мы имеем? Подведем некоторый промежуточный итог. Мы живем в свободном обществе, свободные люди, свободно выбираем себе работу, и нас выбирают, как в известной песне, мы выбираем, нас выбирают. Что в итоге получается? В итоге получается, что свою рабочую силу, свою способность к труду продаем, рабочие продают, трудящиеся, капиталисту. На какое-то время. И за это время, в соответствии с законами экономическими, ну, соответственно, оформленные как юридическими, капиталисты используют эту рабочую силу в своих интересах. Что значит использовать? Ну, кроме рабочей силы, у капиталиста еще есть средства производства. Ну, проще говоря, это что такое? Вот стоит здание, сооружение, там станки, какое-то другое оборудование. И вот соединяется в этом месте средства производства и рабочая сила. Идет процесс производства. В итоге трудом рабочих и тем, кто помогает ему, создается продукт, товар. Кому принадлежит этот товар? Ну, по законам товар на производство. Ну, конечно, капиталисту. А вот это хорошо, что вам ясно, а жизнь такая, что вот неясно, и зарплата у нас на порядок ниже стоимости рабочей силы. Почему? Капиталисты. Плата за труд. Заработная плата – это плата за труд, как говорят буржуазные идеологи. Так, идем дальше. Значит, денежное выражение непонятно. И что? Вот какой смысл капиталисту, скажем, получить этот товар? Если он только за счет реализации этого товара компенсирует свои затраты, то это плохой капиталист. Смысла вообще нет. А какие у него затраты? Это затраты на средства производства и на рабочую силу. Ну что, вот вернемся опять к самому началу. У товара есть две стороны, два свойства. Стоимость и потребительная стоимость. Стоимость мы рассмотрели. Потребительная стоимость, свойство товара удовлетворяет те или иные человеческие потребности. Ну вот если мы берем вот любые товары, в магазине ходим, покупаем. Рабочая сила тоже товар, но специфический. Но раз он товар, то помимо стоимости своей, он имеет и потребительную стоимость. Мы можем предположить, ну это своеобразная, так сказать, потребительная стоимость. В чем она заключается? А в том, что в ходе своей деятельности, своей работы, рабочий производит стоимость большую, чем она сама стоит. Но вообще в этом
мы сейчас уходим от капитализма, искать, и весь наш социальный оптимизм в развитии всего человечества. Создавать своим трудом, получать результат больше, чем ты потратил. Вот он, весь прогресс идет в разных формах, противоречивых в том числе. Следовательно, в том продукте, в том товаре, который создал рабочий и который принадлежит на основе законов товарного производства капиталисту, заключен некоторый избыток, вот это приращение, прирост над первоначальной стоимостью, над стоимостью употребленных средств производства и стоимости товара рабочей силы. Этот избыток называется прибавочной стоимостью. И прибавочная стоимость на основании законов товарного производства принадлежит и присваивается капиталистам. Здесь нет никакого обмана. Вот открываешь нашу прессу, там, смотришь телевидение и интернет, вот сплошь. Каждый день говорят, вот беда нас, воровство, коррупция. Коррупция, воровство. Так вот, я должен вам сказать, если, предположим, помечтать, и наши следственные органы, следственные комитеты так будут замечательно работать, что никакие капиталисты здесь не будут воровать, никакие чиновники не будут коррумпированными, все равно вот эта прибавочная стоимость, она будет, и она будет присваиваться капиталистам. Таковы законы, экономические законы товарно-капиталистического производства. Итак, это вот первая часть. Переходим ко второй. Ух. Виноват. Вы меня осаждаете. Как это происходит? Воспользуемся прошлогодним. Можно было написать, но... Итак, капиталист. Вы подписали договор с капиталистом. Он вас заставляет работать. Честный капиталист. 8 часов в неделю, не 9, не 10. И рабочий день условно распадается на две части. Одну часть рабочего дня, рабочий трудится на воспроизводство стоимости своей рабочей силы. Поэтому эту часть Маркс назвал необходимое рабочее время или необходимый труд. Потому что он на себя трудится. Но дальше он работает большее время. И создает за прибавочное время прибавочную стоимость, которая, повторяю, на основании законов, экономических законов, оформленных юридически, безвозмездно присваивается капиталистам. То есть рабочий день распадается на две части. Вот вопросы. Давайте теперь посмотрим, мы все на рабочих смотрели, да, на трудящихся. Посмотрим на капиталиста. Вот кто такой капиталист? Его научное понятие. Вот, сразу видно, выпускник Красного университета. Капиталист – это персонифицированный капитал. А капитал что такое? Самовозрастающая стоимость. Вообще есть какие-то пределы самовозрастания стоимости? Вот если мы возьмем простое, так сказать, ну, просто товарное производство, скажем, вот пошли купили товар, не знаю, там, палку колбасы съели, ну, вторую можете съесть? Наверное, можно, но третьего вряд ли. А вот что касается прибавочной стоимости, здесь есть какие-то пределы ее самовозрастания? Нет. Более того, в этом заключается цель капиталистического производства. Это получение, самовозрастание капитала, получение прибавочной стоимости. То есть они не потому зловредные, что вот какие-то дурные люди. Некоторые нам говорят вот, в сторону психологии. Капиталисты там дурные люди, плохо воспитали их и так далее и тому подобное. Да ничего подобного. Просто он в этой шкуре оказывается. У него экономическая сущность такая, которая требует его делать вот именно это. А что именно это? Ну давайте посмотрим. Вот на схеме, на мой взгляд, оно хорошо видно. Вот его цель. Первый путь очень простой. Чтобы увеличить прибавочную стоимость, что нужно сделать? Увеличить рабочий день. Вот это лежит на поверхности. Здесь не нужно заканчивать академию, университетов, как говорил известный герой из Воронежской слободки, в университетах не кончали, да? Поэтому у лучших, в кавычках, представителей российского капитала вот сразу появляются такие идеи. Не очень давно, пару лет назад,
такой капиталист по фамилии Прохоров, зовут Михаил. Пораньше, да. Он заявил, что надо бы вообще сделать рабочую неделю 60 часов. Почему он говорит? Он что, такой вот зловредный? Да очень просто. Если будет 60 часов, делим на 5, сколько получается? 12 часов. Значит, во сколько? Ну, будет считать 5-дневка, кстати, 12 часов, и сейчас 8, 12. Представляете, насколько вырастет прибавочная стоимость, соответственно, прибыль капиталиста? Ну, понятно, что будут как, увеличены затраты на средства производства и так далее. Что-то, может, перепадет рабочим, ну, вряд ли. Вряд ли. То есть это лежит на поверхности, вот они и предлагают такое. Но давайте себе представим, с точки зрения вот, замечательной идеи вообще человечества, о том, что должно быть полное благосостояние обеспечено людей и свободное всестороннее развитие. Предположим, 12 часов. Вот вы отработали. С 9 до 9, вот здесь вас точно не будет. Вам придется убежать с работы. Только так. Значит, 8 часов утра, час до работы, час до дома. Значит, 8 утра выехали, если 9 работа. 10 появились. Только спать. И так каждый день. Что происходит? Вымирание. Страшно. Вот этот процесс же идет. Этот процесс в стране идет. Страшные цифры, которые не любят, так сказать, официально, так сказать, буржуазная пропаганда, публиковать и говорить об этом. Но вы можете сами посмотреть, зайти на сайт Федеральной службы государственной статистики, посмотреть так называемый естественный прирост и смертность. Начиная с 90-го года. Будем считать, это год последний, когда там существовал СССР и остатки социализма. 12 миллионов. Вот нет, вот они пропали. Это же огромная сумма, 12 миллионов человек. Каждый год по такому городу, я не знаю, как областному центру, крупному. Вот чтобы как-то выпутаться, придумали, не зря же там тоже и диссертации пишут, и отрабатывают своих апологеты, придумали показатели сверхсмертности. Везде смертность, а в России сверхсмертность. И вот этой сверхсмертности 12 миллионов. В том числе результат вот этого дела. Там еще и второе есть разрушение производства. Вот пока это. Второй путь. Ну, тоже видно. Производительство, да. Ну, пока дойдем. Вот, пока по схеме. Совершенно верно, совершенно. Ну, вот по схеме. Вот уменьшение вот этой части. Части необходимого труда, необходимого рабочего времени. А здесь два пути. Несколько путей. Первый – до уменьшения зарплаты. Такой путь идет, хотя, вот так вот официально, я бы не сказал, что он является массовым. Есть гораздо более тонкие пути, как отбирать заработную плату трудящихся. Второй путь – повышать интенсивность труда. Ну, вот там стоит, товарищ работает в соответствии с нормами. Да. Заставить работать больше. То есть сохранить тоже зарплату. Третий путь – повышать производительность труда. Вообще, рост производительности труда – это такое явление, которое характеризует прогресс человечества, независимо от его социально-экономической формы. Но происходит оно вот в разных, кстати, условиях. Что означает важнейшее понятие политической экономии? Что означает рост производительности труда? Это то, что единицу продукции производится меньше, единицу времени больше продукции. Либо показатель обратной производительности труда, трудоемкости. Сколько труда вложено в единицу? Совершенно верно. И вот здесь вот, кстати, при росте производительности труда, если на каком-то предприятии, капиталист вот попался такой, есть единичные примеры, постарался, ведь это тяжелый труд. Одно дело издать приказ увеличить рабочее время, другое дело организовать рост производительности труда. Это надо технику какую-то новую поставить, организацию труда поменять, повысить квалификацию рабочих, собственных и так далее. То есть затраты труда на ту продукцию, которая выпускается на данном капиталистическом предприятии, будут меньше среднерыночных. А цены-то у нас так, в принципе, колеблются. То есть данный капиталист получит избыточную прибавочную стоимость. До каких пор он ее будет получать?
Но до тех пор, пока на других предприятиях такого отрасли не повысится производительность труда. Либо не достигнут этого уровня, либо не перегонят. Если перегонят, он будет уже в минусе. Ну, вот здесь получается, да, и вот принципиальный вопрос. Можно здесь вообще принципиально решить это? Достичь? Баланс или нет? Наверное. Нет такого понятия баланс, конечно. То есть это противоречие не разрешает. Оно разрешается одним – устранением капитализма. Конечно, устранением. Вот все, что создается рабочим, им принадлежит. Гармонии не будет здесь. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну вот я, скажем так, из этих замечательных исследований, которые проводят некоторые ученые. Значит, есть такая организация экономического сотрудничества. Это серьезная международная организация, куда входит в том числе и Россия. Ну вот, они провели исследование. Правда, я не знаю, сколько стран участвовало в этом исследовании, но там не все капиталистические страны. Вот. Так вот, при закрепленной законе 40-часовой рабочей недели в России, по их данным, мы занимаем 5-е место снизу по количество отработанных за год человека часов. То есть это плохо. Ниже нас только Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция. Да. Мы вместе с Чили. Вот они дают такую цифру. 1974 часа. Вы можете сейчас разделить на количество рабочих дней. Это год, да? Это год, да. Ну где-то там 210-220, в зависимости от года. Есть такой производственный календарик, посмотрите. Вот. А что в других странах, тех, которые мы называем развитые страны капитала? На первом месте Германия. 1363 часа. На треть меньше. На треть. Дания 1410. Норвегия 1421. Нидерланды, Франция и так далее. Вопрос. Да, как это получается? То есть мы пришли, значит, к некоторым выводам. Да, вот как раз делать. Ну, так получается, что вот у нас такое в России. Зарплата, с одной стороны, зарплата низкая, с другой стороны, вот, трудится бесконечно. И все плохо. Вот это два. Я не знаю, какой главный сейчас. Первый. Значит, российские капиталисты не выполняют свою функцию, свое предназначение, да, как персонифицированного капитала. То есть что должен делать капиталист? Назовем его нормальным. Строить заводы, повышать производительность труда. Это не делает. Капитал должен выращивать капитал. Это капиталист должен делать, организовывать. И второе. Вот, повторяю в третий раз. На рынке встретились два равноправных человека. Свободных и свободного общества жизни. Капиталист, он же работодатель и он рабочий. При столкновении равных прав, вот у Маркса там замечательно написано, что решает? Сила. Совершенно верно. Сила. Сила. Значит, какую силу? Нету, как раз здесь ум нужен, конечно. Нет, сила имеется в виду. Какую силу может противопоставить капиталу рабочий класс трудящийся? Только один. Я могу в общем плане поставить. Никакой нет, товарищ. Организованная борьба. Вот. Совершенно верно. Как в обществе, теоретической постановке вопроса. Вот в этом же исследовании, я сейчас буду заканчивать первый час. Вот два примера. Из той же Германии. То есть у нас на первом месте Германия. То есть получается там какой рабочий день? Семичасовой. Вот это так вот добренькие капиталисты вдруг решили отдать. Да? На жизни не бывает. Это добились прежде. Они выполняли свою функцию, повышали производительность труда. И мы видим, Германия одна из, сказать, ведущих, развитых стран капитала. Рабочий класс отвоевывал. Вот, пожалуйста, вам два примера. Значит, проверить нужно. Я к данным интернету, источники здесь вроде как серьезные, но надо проверять. Скорее всего, так оно и есть. Ну, вы знаете, что в Швеции был эксперимент, попытка перевести на часовой рабочий день. Пока в Швеции все это вот там обсуждают, вроде как позитивные результаты, но не решаются. Зато в Германии металлургические отрасли в начале года металлурги
получили право при необходимости перейти на 28-часовую рабочую неделю. Это сколько получается? 28 делено на 5? 5,5 часов. Вот представляете, а? Ну, я в молодости отработал, будучи студентом в литейном цехе, кажется, запомнил всю жизнь, работа была с 7 утра. Но 7 часов, перерыв был полчаса. Значит, 7 часов начала работы, а сколько закончим? Час. Час у человека свободен. Вот, пожалуйста, есть время прийти в Красный университет, на один кружок, на другой, и спортом заняться, и с семьей побыть. Взять мольберт, пойти на речку, картины пописать. То есть условия для развития, даже в условиях капитализма развитых, получается. Второй пример. Ну, известно, вы, наверное, тоже. Люфтганз. А, я извиняюсь, не докончил здесь. Правда, это решение на срок до 2 лет. То есть, видимо, какие-то есть, так сказать, определенные условия, что на 2 года там один металлург или несколько, и там все группы могут уйти вот на такую двухгодичную, да, 28-часовую рабочую неделю. Потом возвращаешься к 35-часовой. Ну, уж не 8 часов, не 40, а 7 часов в неделю. Вы знаете, что ежегодно, вот если как по прессе читать, бастуют работники Люфтганзы. Это крупнейшая авиакомпания. То есть они свои вопросы в широком плане условий труда, в том числе повышение заработной платы, какие-то иные вопросы, улучшение условий труда, решают при помощи наиболее острого оружия. Забастовки. И другого пути, похоже, у нас нет. Так мы делаем перерыв. Или есть вопрос? Так а правда, что в Германии стачка законодательно запрещена, когда все вопросы начинают бастовать? Не могу сказать детали, но то, что бастуют и находят пути, это есть. В том числе у нас в России. Одному, а стачка запрещена на всего даже. Ну, значит, Люфтганза крупнейшая компания. Угу. И она тянет за собой все остальное. Так, делаем перерыв. Понятно, стоит токарь за станком. Это вот амортизация. Там и амортизация, не только амортизация. В общем, все стоят. Сейчас я закончу. Вот, последний. Абстрактным трудом он создает новую стоимость. То есть при создании новой стоимости, то есть он другим видом труда создается. Вот это средство производства или затраты на постоянный капитал не участвуют. Смотрите, у нас наглядный пример – это смета, да, который заложен и вход, да, и расход, и, да, прибыль, и, да, налоги. И все, если взять любую смету, в основном, в большинстве своем, вход составляет в районе 20-30%. По-разному. Затрат. По-разному. В большинстве своем. Потому что есть определенные нормативы, там, ТРФР, федеральные, есть, в которых это заложено сразу. Есть. И получается, как раз вот даже если вот здесь вот мы смотрим, что В это чисто, как раз это вход в смешность, а М это все остальное. Нет, М это субстанция прибыли. Здесь нету С. С в издержках производства сидит, вот оно. Сейчас мы найдем. Издержки, цена производства включает в себя затраты, основной капитал, вот средства производства. Часть оборотного капитала, плюс заработная плата. И дальше налоги даже опускаем, и идет прибыль. Источник, мы говорим о другом, источник прибыли – это живой труд рабочего. Вот это я хочу сказать. А средства производства, они переносятся на готовый продукт, тоже трудом рабочего, но переносятся. Да, и входят в издержки производства и, соответственно, в цену производства. Нет, просто получается, что он не несет полностью, скажем так, понятие процесса. Потому что получается, что мы только видим, говорят, что за счет работы здесь часть, да, здесь половина процесса. Половина процесса, а именно создание новой стоимости. А переноса стоимости вот этих средств производства здесь нету, конечно. А разве не будет там как раз прибыль, которую закладывают, которую хотят получить? Это часть новой стоимости. Прибыль, превращенная в форму прибавочной стоимости. А другая часть – заработная плата. Зарплата – это часть новой стоимости, другая часть. Не, ну как другая, получается, у нас такая, есть
там работодатель там. Хорошо, вот есть. Вот он, грубо говоря, получается, нанимает какой-то круг людей. Да, чтобы они создали определенный продукт, который он потом продаст, и с, уже, грубо говоря, с этой продажи получит ту прибыль, которую он хочет. Правильно? Есть договорные отношения. Вот, то есть круга людей, говорит, что вы создаете, и вам уже определили стоимость работы, которую вы получите за эту работу. Все, что говорится, ваша работа создать. Моя работа реализовать. Вы за свою работу получили, я за свою получил. Вот это, что можно как кооперация, да? Вот это поверхность явлений, которое и заводит в тупик. Плата за труд. А мы пытаемся вслед за Марсом вот разобраться, кто что создает. Четверг – это университет рабочих корреспондентов. Вход свободный. Я не знаю, будет или нет. Да. Значит, в четверг посещение свободное. Приходите, улица Чеховская, дом 7, 19 часов. Так, дорогие товарищи, в перерыве у нас уже пошла дискуссия, вопросы. Вопросы, как говорится, в правильном нужном направлении, давайте разбираться. Но прежде всего, был один вопрос, я подзабыл. Вообще, в современной капиталистической России достижима стоимость заработная плата на уровне стоимости рабочей силы. Значит, каждый год мы приводим, я специально собираю примеры, и они очень разные. То есть не какое-то одно предприятие, а каждый год уже на протяжении последних лет я беру каждый раз разное предприятие. Я сам для себя, так сказать, удивился, что на сегодняшний день есть такие предприятия капиталистические, которые по своим вот финансовым показателям в состоянии обеспечить заработную плату работников на уровне стоимости рабочей силы. Другой вопрос, что они не обеспечивают. Но я только могу предположить, это достаточно высокоорганизованные предприятия с приличным уровнем производительности труда в отношении к среднему. Пожалуйста, самый свежий пример в этом году. В прошлом году мы Сибур рассматривали, до этого был Лукойл и так далее, известные компании. Здесь по просьбе докеров Новороссийского торгового морского порта вот проводили мы заключение. У них возникло желание, вы знаете, боевой отряд наш. Кстати, средняя заработная плата докеров первого контейнерного терминала морского порта Санкт-Петербурга 92 тысячи рублей. Это гораздо выше средней по стране. Итог, вывод один здесь. Это вот организованных действий на протяжении последних 20 лет. Возникло желание повысить заработную плату. Меня спрашивают, вот дайте заключение, насколько можем повысить? На 5%? На 10%? Но некоторые говорят, замахиваются на 20%. Есть такие документы. Хорошо, сейчас они обязаны публиковать. Вы можете зайти на сайт любого предприятия, распечатать годовые отчеты, финансовые документы, бухгалтерские и так далее. Ну вот, довожу до ваших сведений. Сейчас мы вместе посмотрим. Воспользуемся этим. Доской один раз. Итак, Новороссийский морской торговый порт опубликовал годовой отчет за 2017 год. Значит, средняя заработная плата по факту. Так, 56,3 тысячи рублей. Это частное предприятие? Конечно, это акционерное общество. Акционерное. Да? Это в чистом виде, вот эти капиталисты, вот и рабочие. Грязные деньги имеются. Ну конечно, это начисленная заработная плата. Начисленная. Но вообще, если вы смотрите, в 2017 году у нас средняя была где-то 38. Ну чуть ли не в полтора раза выше. Я их спрашиваю, ну чего вы хотите от этих благороднейших представителей класса капиталистов? Они дают зарплату сегодня в полтора раза выше. Чего еще требуете от них? Ну, в порядке шутки. Численность персонала 3269 человек. Мы не будем сейчас даваться в определенные, так сказать, тонкости. В эту численность входит и генеральный директор, и члены правления, и в эту зарплату они входят. Там большая погрешность. Кроме того, здесь есть рабочие и нерабочие. Мы пока этот вопрос опускаем, потому что и так получается. Интересная картина. Значит, дальше вы можете взять калькулятор, можете на листочке, можете меня проверить. Рассчитываем годовой фонд оплаты труда. Я, если позволительно, буду брать аббревиатуры. Годовой фонд
оплаты труда. Вот эту зарплату умножаете на численность персонала, умножаете на 12 и на коэффициент 1,3, это отчисление в социальный фонд. Он составляет приблизительно 2,7 миллиарда рублей. Ну вот эту цифру запомнили. То есть вот по той схемочке на заработную плату ушло 2,7 миллиарда рублей. Какая прибыль? Валовая прибыль. Валовая — это вот все, что они получили от основной деятельности. Основная деятельность — это погрузка, разгрузка грузов и тому подобное. Значит так. Валовая прибыль равняется 18,3 миллиарда рублей. Значит, что получается? Ну, я напомню, что отношение... валовая прибыль от основной деятельности. От основной. Пожалуйста. Значит, прибыль амортизации нет. Прибыль получается... Прибыль получается выручка предприятий минус затраты. Конечно, амортизация. Конечно, она уже отчислена, это вал прибыль. Амортизация уже ушла. Она уже ушла. Так вот, чистая прибыль, для сведения, мы пока брать ее не будем для расчета, потому что и без нее чистая прибыль. Чистая прибыль — это после уплаты налогов. Прибыль равняется 30,5 миллиардов рублей. С арифметикой все нормально. Вот получили валовую прибыль, уплатили государству налоги с прибыли 20%, там еще что-то, получили 30% прибыль. Просто в чистую прибыль добавляется прибыль из других источников. Это валовая прибыль от основной деятельности. Да. Это большой конгломерат. Вот этому акционерному обществу принадлежит ряд торговых портов и на Дальнем Востоке и так далее. Видимо, там они обнуляют и перегоняют прибыль сюда. Мы опускаем это дело. Вот не будем сейчас это брать. Вот возьмем только валовую прибыль. Почему валовую для расчета? Она от основной деятельности. Вот трудится, да, 2200 рабочих, 3269 человек. Даже не будем исключать отсюда генеральных директоров и прочее. И создают выручку. И валовую прибыль дает капиталист. Ну, давайте предположим, если в 2017 году заработную плату повысили в 4 раза, вот добились бы работе в 4 раза, она бы составила 225 тысяч рублей. Ну, вот это умножьте на 4. Тысяч рублей. Сравним со стоимостью рабочей силы. Она приближается к стоимости рабочей силы при одном работающем и превышает, если при двух работающих. Замечательно. Дальше арифметика. Какой составится, получился в 2018 году годовой фонд оплаты труда на данном предприятии? Вот это умножаем на количество, на 12 месяцев и на коэффициент 1,3. Можете проверить, я посчитал. Значит, оплата труда, годовой фонд оплаты труда. Так. Фонд оплаты труда составил бы 10,2 миллиарда рублей. Соответственно, валовая прибыль бы уменьшилась. Совершенно верно. Значит, валовая прибыль бы составила... Да нет. Она составила 10,2. Прибыль бы составила... Приблизительно 10, да, ну, такая же величина. Ой, не знаю, 10,8. Ну, это не влияет. 10,2 миллиарда рублей. Значит, ну, давайте вот цифры, взятые из источника, из годового счета. Дальше давайте рассуждать. Значит, есть экономическая возможность? Есть. На данном предприятии? Есть. Ну вот возникает вопрос,
а не умрет ли капиталист, если у него будет валовая прибыль не 18,3 миллиарда? Вот собственники, акционеры, а 10,2 миллиарда. Ну вот я думаю, что, знаете, вот у них тоже есть программная установка. Это вот в коммунистическом обществе цель была обеспечить полное благосостояние, всестороннее развитие личности. У них свои же программные установки. Ну, яхту, как у Абрамовича, наверное, они не купили бы. Это плохо, наверное, да? Плохо, да. Ну вот, ну давайте мы по-серьезному тогда отнесемся к этому делу и посмотрим. Значит, ведь капиталист, нормальный капиталист, меняемый, да, который выполняет свою функцию как капиталист, что должен делать? Должен развиваться и дальше. Развивать производство, повышать производительность труда. Каким образом он это делает? Вот часть прибыли, которую он получает, понятно, опять-таки, он должен отправить на свое потребление, потребление у нас не чета нашим, а часть прибыли отправить на накопление. Называется капитализация прибавочной стоимости, да, на развитие. То есть на приобретение новых средств производства и добавочной рабочей силы, либо повышение квалификации, переобучение и так далее. Так вот, значит, докладываю вам. Докладываю, что есть. Да. И второй показатель эффективности капиталистической. Эффективность – это рентабельность производства. Рентабельность отношения, ну, разные показатели бывают. Отношение либо к выручке, либо прибыли, либо к выручке, либо к основным средствам. Так вот, при таких показателях, то есть при 10 миллиардах прибыли, значит, рентабельность Новороссийского морского торгового порта в 2017 году составила 41,3%. Давайте запомним. 41,3%. Докладываю. Средняя по России. Открывайте сайт Госкомстата. Средняя по России. Вот сравниваем. То есть на сегодняшний день все финансовые возможности на данном предприятии повысить заработную плату до такой величины по 2017 году и при этом иметь колоссальную капиталистическую эффективность, ну нет. Вы можете, если у вас лежит интерес душа, посчитать за 2016-2015 год. Я прикинул на пальцах ту же самую картину. То есть ни разу, ни разу. То есть на самом деле, когда впервые говоришь, вот встречаешься, вот стоимость рабочей силы вот такая. Ну, что ты там. Да и самые докеры, вот они решили поднять, попытаться отбить у капиталиста 5-10, может быть, 20%. То есть проблема в чем? Вот в этой коллективных действиях. Так. Откуда в центре 7,5? Это сайт Госкомстата. А почему он обстрелили конечно у Значит, достаточно передовое предприятие развитое. Есть отдельные островки капиталистической, высокой капиталистической эффективности в России. Только так могу сказать. Маленькие предприятия. Маленькие предприятия, они сразу обанкротятся. Вот, например, вот у меня сын делает сумки эти. Он сказал, я сразу обанкрочусь такой. Значит, на этом, на вашем предприятии маленьком такой возможности нет. Тогда мы приходим к тому, тем выводом, которым закончили первую часть занятий. Что должен делать капиталист? Сейчас. Меняемый, да? Нормальный. Он должен организовывать производство, да? Повышать производительность труда. В результате вот появится вот эта возможность. Если он это не делает, ничего не получится. Это первое. Да. А вот эта беда, да, согласен. Согласен. Да. Вы другую проблему затронули и какой задавали вопрос, да, по поводу прибыли. Напомните, пожалуйста. Вопрос, из чего состоит непосредственно прибыль капиталиста? Она включает в себя только прибавочную стоимость или из чего-то еще? Замечательный вопрос. Вот вы затронули такую большую тему. Наверное, она как раз следует из этого. Значит, что такое прибыль? Давайте мы для начала вспомним научное понятие. Превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала,
короче. Это форма прибавочной стоимости. Что такое прибавочная стоимость? Это вот категория, которая в сущности лежит. А прибыль – это на поверхности. Поэтому совсем говорю крамольную мысль, вот вы ее никогда не увидите, не пощупаете, эту самую прибавочную стоимость. Но она в сущности явлений. Это сущность. Рабочим, да. Нет, немножко не так. Не оплачиваем. Сейчас мы придем к этому. Вот эта сущность проявляется на поверхности явления. Вот сущность и явление, да? Вы уже обогащенные в первой лекции, да? Категории сущности. Так вот прибыль, да, это уже так, как прибавочная стоимость проявляется. Более того, я вас огорчу, прибыли тоже нет. У человека в капиталистическом обществе есть средняя прибыль. Средняя прибыль, это получается равновеликую, равную прибыль на равновеликий капитал. Вот поставьте себя на место капиталиста. Вот вам без разницы, что производить, пушки или масло. Лишь бы это было обеспечивалось, но как минимум средняя прибыль. А если у соседа вот прибыль там 43%, там, у меня 5%. Давай-ка капиталы возьму свои и вот брошу в эту отрасль. Мне же без разницы, что производить. Главное это прибыль. Это мы дойдем еще. Это несколько другое. То получается средняя прибыль. Средней прибыли тоже сейчас нет. И здесь я огорчу. Значит, капитализм у нас в какой стадии находится? Монополистической. Монополистической. То есть главное лицо даже российской экономики – это монополии. Это другой вопрос, какие монополии – иностранные там или родные российские. А сказать, монополия какую получает прибыль? Монопольную. Монопольную. Куда входит в том числе то, что она отнимает у немонополизированных секторов мелкого предприятия. В том числе. В том числе. Это как общественно-теоретической постановки вопроса. То есть она давлеет, вот она давит. Они только живут за счет чего, вот мелкие предприятия? За счет колоссального труда, интенсивного. Вот и весь вопрос. Ну, еще если цены высокие, они могут себе позволить. Да, и либо какой-то, ну, не будем брать уникальные вещи. Поэтому, то есть прибыль, это в основе прибыли лежит прибавочная стоимость. Это раз. Да. Но, дальше смотрим. Как это все происходит на поверхности явления? Вот как вы говорили, да? Сидит бухгалтер на предприятии капиталистическом, составляет, есть такой процесс калькуляции себестоимости. Ну, сейчас понятия себестоимости нет, есть понятие цена производства. Цена производства. Туда что входит? Вот если по-научному брать, вот стоимость товара включает в себя по-простому, да, вот самую глубину посмотреть, стоимость постоянного капитала, то есть стоимость средств производства, которые необходимы для производства товаров. Затем, что такое? Переменный капитал, прочее говоря, заработная плата и прибавочная стоимость. Вот если брать самый крупный раздел, вот он составляет свою, так сказать, калькуляцию. Значит, постоянный капитал, если дальше, так сказать, развивать его, это понять, постоянный переменный капитал, он распадается на основной и оборотный. Вот в голове капиталиста, уже, так сказать, в хозяйственной практике, нет деления на постоянный и переменный капитал. Это, как говорится, сущность, чтобы было понятно, что зачем идет. А вот основной капитал и оборотный есть. Основной капитал – это какой капитал? Станки. Здания, сооружения. В чем их особенность? Они служат несколько много лет. И свою стоимость переносят на готовый продукт частями. Если станок стоит 1 миллион рублей, служит 10 лет, то что должен делать нормальный, так сказать, рачительный капиталист или бухгалтер? Он должен каждый год при обычной амортизации, не ускоренной, 100 тысяч рублей вкладывать в издержки производства в графе амортизация. Затем туда идет зарплата, налоги, прибыль. Продаются произведенные товары. Что получает капиталист? Выручка. Вот из этой выручки что он должен делать? Зарплату он должен заплатить? Тору. Вот он уходит. Авансы платит. Авансы и получка. О чем мы с вами говорили. Налоги должен заплатить. Должен снова купить потребленные
часть оборотного капитала. Оборотный капитал – это часть средств производства, которые постоянно нужно возобновлять. Топливо, электроэнергия, сырье какое-то, которое сразу расходуется. А что касается основного капитала, то что? Вот средства на амортизацию куда должны идти? Нет, еще для накопления. Они должны идти в амортизационный фонд капиталиста. И там накапливаться, чтобы потом, когда день X наступит, он должен купить новый станок. Поскольку это выйдет из срока. Нет, не происходит массовое цивилизация. Сейчас я закончу, поскольку был вопрос. Что у нас массово происходит в стране? Что касается прибыли. Ну, понятно, вот это дело целиком идет. Что касается амортизации. Вот смотрите, каждый год стоимость основных фондов у нас где-то 180 с хвостиком триллионов рублей. Если вы откроете сайт Госкомстата, сейчас эта статистика есть, на амортизацию уходит где-то в прошлом году 3,6 триллиона рублей. Колоссальные средства. То есть каждый год все по нарастающей. То есть вот эти денежные средства должны копиться. Плюс прибыль. В прошлом году, если не ошибаюсь, прибыль предприятий и организаций в России составила больше 12 триллионов рублей. Так, да? Значит, и еще должны быть средства для приобретения оборотных средств. То есть вот это прибыль, да? Вот это амортизация, амортизационный фонд, который должен копиться годами. Если 3,6 триллиона каждый год, то за 10 лет сколько должно быть приблизительно? Ну, вот это по максимуму, она как меньше было, 30-35 триллионов рублей. Значит, сколько должно быть денег сейчас вот лежать у российских капиталистов? Ну да, плюс оборотные средства нужно иметь. О, много получать. Если вы откроете сайт другой организации, называется Центральный банк, я рекомендую, там много можно чего подчеркнуть. Значит, остатки средств предприятий и организаций российских в наших банках не превышают 20 триллионов рублей. Вопрос. Куда делать, да? Где деньги, Зим, да? Это вот это есть вывод капитала? Да, совершенно верно. Да. Вот это есть на протяжении уже почти 3 десятилетий, каждый год. Вот одно из основных характеристик российского капиталиста. Идет осуществление, происходит вывод капитала. Значит, минимальную цифру я встречал 1 триллион долларов, максимальную 2. Вы уже 3 встречали. Значит, берем официальную статистику. Это уважаемый, так сказать, ученый замечательный. Вот, ну, хорошо бы, если бы он ознакомил с принципами расчета. Вот. Значит, берем статистику Центрального банка. Замечательная статистика. Правда, они называют чистый отток капитала. Отток – это превышение вывоза капитала из нашей страны над ввозом. Значит, этот год он еще не закончился. Уже называют цифру 31 миллиард долларов. Умножайте на курс, сколько получается? Уже 37? Слушайте, я отстаю от жизни. То есть вывод капитала, вывод денег, это не вывод, вывод денег – это колоссальный источник. Значит, что туда попадает? Значит, туда попадает прибыль, которую получает, присваивает капиталист на основе прибавочной стоимости. Безусловно, часть амортизационных отчислений, вот они должны их накапливать, но у них в головах такое, что лучше туда направить. И часть невыплаченной заработной платы. Вот так получается. Так? Там один из вариантов, как я понимаю. Вот я отвечаю на ваш вопрос. Офшор, и потом из этого сейчас я отвечу, а потом вопрос. Значит, вот источники нашей прибыли. Так, давайте дальше. Я думаю, что там смысл такой, что вывод офшора и вывод офшора потом как инвестиции, которые нам говорят, чтобы потом еще больше вывести в офшор. Логика ваша совершенно правильная. Значит, есть научное понятие вывоз капитала в политической экономии. Кстати, один из признаков империализма. Превышение вывоза капитала над вывозом товаров. Даю научное понятие. Вывоз капитала, вывоз прибавочной стоимости с целью получения, вывоз
вывоз стоимости с целью получения прибавочной стоимости. Проще говоря, когда российский капиталист на, скажем, принадлежащие ему капиталы, пока оставляем в стороне там, эксплуатации и прочее, за рубежом строит предприятие или покупает, строит, вот. Туда заводится техника, привлекаются, нанимаются рабочие этой страны, организуется производство. И рабочие этой страны что производят? Прибавочную стоимость, которую безвозмездно присваивает наш российский капиталист. И эту прибавочную стоимость, которая, ну, имеет форму прибыли, поступает в Россию. Это вывоз капитала. Вот те страны, у которых вывоз капитала преобладает над вывозом товаров, вот это один из признаков империалистической страны. Но это же не вывоз капитала. У нас это не вывоз капитала, это вывод денег. Вот если вы посмотрите данные, во-первых, значит, вывод капитала, значит, они называют это, наша статистика, вывозом капитала, но это неправильно, это вывод денег. Ну, опустим пока. По прошлому году они под вывозом капитала дают цифру порядка 30 миллиардов долларов. Ну, что-то громадные деньги. Давайте посмотрим по странам. Вот что я запомнил. На первом месте куда вывозится? То есть 80%... Что? На первом месте Кипр по прошлому году. На втором месте Сингапур. На третьем Люксембург. А на четвертом либо Виргинские, либо Багамские острова. То есть туда вывезли миллиарды, это годами. То есть в моем представлении Люксембург же это маленькая страна, крошечная по площади. Заводы не должны заставить. Да, там место, там яблоко негде упасть. Все должны быть российские заводы, российские капиталисты. А на Багамах, мне кажется, вот да, совершенно верно. Наверное, вот нашими острова инвестициями стоит. Вот это вот тротуары выложены. Но этого же ничего нет. Нет. То есть офшоры это место, где тихие гавани, куда можно вывести денежки, где не будут задавать лишних вопросов. Потом совершенно правильно, частично, деньги возвращаются из этих стран. Вот в Кипр в прошлом году вывезли, по-моему, 21 миллиард долларов. А из Кипра пришло под видом российских и для иностранных, нет, иностранных инвестиций 8 миллиардов. Вот и вся арифметика. Вот и все, так сказать, принцип функционирования российских капиталистов. Еще вот эта сумма, что она рассматривает, что нет сейчас инвестиций. Это не инвестиции. Совершенно правильно. И то, что приходит, это не инвестиции. Инвестиции, сказать, это вложение капитала в развитие производства. А у нас это покупка ценных бумаг. Да, совершенно верно. Под названием инвестиции скрывается совсем другое явление. Так, давайте обсуждать дальше и вопросы. А какой смысл? То есть вывод денег на Кипр, а с Кипра потом покупка ценных бумаг, потому что там с налогами проблем нет. Какой смысл в этом? Я думаю, что там меньше налоги, это, наверное, не основное. Вот эта часть капиталистов достаточно большая. Вот капиталисты, они неоднородны. Можно условно их разделить на два лагеря. Первый лагерь, меньший, назовем в кавычках, пускай это, скажем так, отечественная буржуазия. Национальная буржуазия, в кавычки возьмем. А второй, значительный, это компрадорская буржуазия, которые здесь зарабатывают свои, не зарабатывают, а присваивают капиталы, а вывозят туда. Там они живут, там свое строят будущее. Частично, может, возвращается. А третья причина, вот одно дело, когда российские боятся, что их здесь прижмут или что там, придут рабочие, потребуют и так далее, или даже буржуазное государство в тюрьму посадит. Оттуда-то идут, опять-таки правильно, инвестиции в кавычках уже от кого? От иностранных компаний. Это уже тяжелее, гораздо тяжелее. Одно дело здесь тебя найти можно, другое дело там за рубежом. Там другие капиталисты, покрупнее. Так, еще вопрос? Пожалуйста. Сейчас, вот. Скажите, пожалуйста, вот рабочий продает свою рабочую силу. Рабочая сила – это совокупность усилий для производства материальных благ. Что продает трудящийся сферы услуг? Значит, вопрос, который всегда поднимается. Значит, давайте так. Вот есть непонятно, почему, так сказать, здесь беспокойство. У вас свой хороший ролик. Да. Давайте.
Я как раз смотрел историю политической экономии. Я немножко, буквально на 2 минуты клонить. Как она развивалась? Ну, вот три составные части марксизма, есть три источника. То есть вот капитал Маркса и его исследования базируются на классической буржуазной политической экономии, которая, начиная от Уильяма Петти до Смита и Рикардо, исследовала внутренние зависимости буржуазного способа производства. Но они тоже не на голом месте. До них были физиократы, до них меркантилисты. Но вот физиократы, я обратил внимание, значит, это шаг вперед был. Это был конец 17, начало 18. Нет, это 18 век. 18 век. Один из представителей физиократов, Тюрго, французский экономист, вот он создал одну из первых теорий производительного труда. Знакомое слово, да? Производительный, непроизводительный труд. Ну вот он заявил, что производительный труд – это труд исключительно в сельском хозяйстве. Причем он не делал различия между крестьянином, рабочим, помещиком. Вот все, кто на земле производит, или причастный к этому, это труд производительный. А вот все остальные – непроизводительные. Более того, я почему посмеялся, какие там использовались термины, эпитеты. Вот рабочие, там, ремесленники, мелкие товаропроизводители – это бесплодный класс. Бесплодный. Он не нужно получать. Ну ладно, не будем здесь ставить, менять вину. Они сделали огромный шаг вперед по отношению к меркантилистам. Поэтому здесь вот деление на производительный и непроизводительный труд здесь совсем не имеет в виду кого-то обидеть. Вот у Маркса четкая позиция. Ведь мы называем почему теория, трудовая теория стоимости. Трудовая. То есть он задал научный критерий. Да, производительный труд – это труд в материальном производстве, результатом которого, непосредственным, извиняюсь, непосредственным результатом которого является там продукт, вещь, там, перемещение их и так далее. Да, это вещь, предмет. А есть сфера услуг. Ну, скажем, вы пришли в парикмахерскую, вот я сходил вчера, со мной поработали, оказали мне услугу. Это тоже важный труд, давайте так называем, важный, пускай он называется важным, но он не производительный. Почему это нужно разделить? А вот четко разделить рабочий класс, производительный труд и все остальное. Не будем брать это. Вот если вы возьмете статистику, знаешь, есть такой показатель ВВП. Как он расшифровывается? Да, некоторые путают. Валовый внутренний продукт. Вот, скажем, в советской статистике использовали понятие совокупный общественный продукт и национальный доход. Вот они брали только результат труда материального производства. А ВВП все услуги туда идут. Значит, у нас, докладываю вам, на сегодняшний день, по итогам 2017 года, ВВП составил 92 триллиона рублей. Огромный, огромный день. В моей голове не укладываются эти триллионы. От миллиарда укладываются. Например, чтобы построить мост через него, нужно 3, 5, если там 4 полосы, 10 миллиардов максимум. Ветку метро 300 миллиардов за глаза хватит. А триллионы... Ну, вообще, мне кажется, здесь вот страну, это каждый год можно было, не знаю, на такие высоты поднять. Так вот, что идет на первом месте? Вам, так сказать, загадка. Нет, на первом месте идет торговля. Торговля, да. Торговля. На втором месте отдаем должное. Но со скромным результатом 10 триллионов рублей – это вся обрабатывающая промышленность. А вот на третьем месте идут и четвертом месте. А. Финансовые услуги. И Б. Операции с недвижимостью. Есть такая организация. Сокращенно называется ММВБ. Расшифровывается Московская межбанковская валютная биржа. Спекуляция. Чем они занимаются? Покупка и продажа. Нет такого понятия спекуляции. Это было в Советском уголовном кодексе спекуляция. Покупали валюту, продавали, да. Сидели в тюрьме. А сейчас нет. Это благотворительная деятельность, за которую дают награды, ордена и медали. И чем крупнее ты, тем больше тебе награды будет. Так вот, значит, оборот этой Московской межбанковской валютной биржи превышает ВВП России. Ну, обороты ВВП несколько отличные, но вот такая цифра есть. Обратили внимание экономисты. Я, сказать, залез, проверил, да, действительно. Вот надо вот разделить нам это дело. Понимаете? Труд учителя и врача – это нужный труд у всех. Важный, очень важный даже, назовем, без иронии.
А вот это вот надо вот выделить, отделить. Еще вопросы? Заработная плата? То же самое. Денежное, денежное выражение, стоимость товара, рабочая сила. Значит, смотрите. Понятно. Сейчас вот. Докончим. Хорошо? Вот понятие производительного труда, вот четко сказано, да, труд материальный производства. Но в конкретных экономических условиях, скажем, капитализма, оно сужается. Ведь недостаточно. Маркс, вот почитайте в «Капитале» уже там попозже, на следующих главах, он пишет, вот недостаточно сказать, что труд производительный с точки зрения материального производства, как создающий какие-то товары, вещи, предметы. Для капиталиста, с точки зрения капиталиста, какой для него труд производительный? Мы уже как бы повернемся наоборот, на 180 градусов. Если капиталисту создали товар, продукт, это не факт, что он для него производительный. Какой труд для него производительный? Тот, который приносит прибавочную стоимость. Прибыль, совершенно верно. Поэтому балерина, которая танцует, приносит прибыль антрепренеру, да, хозяину. Вот для него, с его точки зрения, это производительный труд. Пожалуйста, извините. Так, извините, я вот пропустил. Так вот, у нас сказано, что заработная плата – это плата за рабочую силу. Не совсем, нет, не так. Это денежное выражение стоимости товара, рабочая сила. Здесь два важных момента. Денежное выражение и товара, рабочая сила. Рабочая сила, в свою очередь, бывает производительная, как мы только что выяснили, бывает непроизводительная. Вопрос, зачем нужно вообще разделять на производительную и непроизводительную рабочую силу, если очевидно, что люди, которые не создают товар, они просто продают свое время. И люди, которые, можно я закончу, производят какой-то товар, они тоже производят свое время. Просто одни там оказывают услуги, другие точат гайки. Понятно. Зачем это разделение вообще нужно? Ведь люди продают рабочее время, свое свое жизненное время, время жизни, и получают за это зарплату. Просто оклад. Принцип материализма. Услуга это конечно, все, оно дальше развивается. Ну вот вы правильно ответили. Материализм это основа марксизма. Я повторяться не буду. Вот есть критерии выделения производительного материального производства. Я это сказал. Труд, непосредственным результатом которого является продукт, вещь, либо перемещение и так далее. И с точки зрения марксизма, вот этот труд создает стоимость, только этот труд, в том числе новую стоимость. В рамках всего общества называется национальный доход. То есть он создает эквивалент стоимости своей рабочей силы и прибавочной стоимости капиталиста. Дальше идет процесс распределения национального дохода. Первичное распределение, вторичное, третичное. Ну, я буду такими буду вот вытягивать отдельные примеры. Системно сейчас у нас не получится, это отдельная тема. Вот получили, создал рабочий прибавочную стоимость, капиталист получил, создал новую стоимость, он получил зарплату, пускай даже полную, соответствующую стоимости рабочей силы. Капиталист получил прибавочную стоимость. Дальше идет вторичное распределение вот этого национального дохода. Налоги платятся, капиталист заплатил налоги, куда они попали? В общий карман капиталистов. Рабочий заплатил налоги, туда же попали. И из этих налогов это уже вторично. Вот об этом и идет речь. Не о том, что это важно и не важно, производительно, не производительно, а это вторичное. Из бюджета были заплачены зарплаты армии, полиции, учителям, врачам. Учителям, врачам и прочим, прочим, тем, кому это нужно. Рабочий получил зарплату, вот первичную, да? Пошел в парикмахерскую. Ну, постригли, я заплатил деньги. Но у меня уже вторичное, я уже был третичный, может, четвертичный. Вот об этом идет речь. Пожалуйста. Вопрос такой. В литературе сейчас встречается утверждение, что производительность труда Советского Союза в последние годы особенно была сильно ниже, чем аналогичная производительность труда на Западе. Это справедливо. Совершенно правильно. Значит, давайте так, по уровню производительности труда. Ну, краткая справка, ну, по памяти. Хотите, не хотите, надо сравнить с царской Россией, конечно. Царская Россия была империалистической страной, как вы знаете. Ленин давал такую характеристику. Это самый передовой государственно-монополистический капитализм и самое отсталое сельское хозяйство. Уровень производительности труда был в разы ниже, чем в Англии, Германии,
Франции и Соединенных Штатах Америки. Дальше Советская Россия стала развиваться на основе других экономических законов, других экономик. И стали давать темпы роста производительности труда наивысшие. И за время существования советской экономики и социализма к 60-му году по уровню производительности труда в промышленности СССР вышел на третье место в мире. Впереди было только Соединенные Штаты Америки и Франция. Дальше пошел откат назад. Япония не было. Нет, в целом откат назад имеется, пошел переходный период от коммунизма к капитализму. Это отражалось и в падении, ну, в падении производства в том числе и впрочем. Вот то, что называли застой. Если те страны развивались, то мы, ну, в лучшем случае вот так вот было. На сегодняшний день, вот те данные, которые у меня есть, уровень производительности труда России составляет 20% от уровня производительности труда в Соединенных Штатах Америки. Соотношение 1 к 5, так что вы совершенно правы. Вот когда начался откат, там же Япония выскочила сразу. Ну, Япония теперь обгоняет нас, конечно. А в чем причина? Тогда еще при Хрущеве. Ну вот, нет, я не знаю насчет Японии. Впереди было только США и Франция. Ну, может быть. Ни продуктизация, ни один человек. Если у нас там 20 роботов, например, а у нас один робот и 20 человек. Ну вот, совсем небольшая ремарка. Все-таки отслеживаем выступление представителей правящего класса. Есть такое Министерство экономического развития, там господин Орешкин. Он доложил президенту радостно, так сказать, победоносно, что Россия вот дала за 9 месяцев темпы роста, правда, ВВП 2% с хвостиком. Ну, было, если бы там был кризис, все плохо. Не отрицательный. Ну что, вот я не знаю, хорошо это или плохо, давайте оценим. Буквально через несколько дней в этой же газетке маленькая такая заметочка. А вот в Соединенных Штатах темп роста ВВП составил за этот же период 4,2%. Ну вот, вот и приплыли, что называется. Соединенные Штаты Америки являются главным нашим конкурентом. Мы же, так сказать, в империалистическом мире живем, мы должны с ними конкурировать. Да? Значит, у нас 2%, у них 4 выше. Это при том, что мы вот здесь где-то находимся, они там, в 5 раз выше. Значит, если мы с ними конкурируем, если Россия конкурирует, что она и отстает, что она должна давать, какие темпы? Более высокие, чтобы догонять. А по факту что получается? Углубление отставания. У нас отрицательный если рост. Если стараться давать более высокие темпы, то Советский Союз будет. Кстати, замечательный комментарий. Может, это спекулятивный ВВП в Соединенных Штатах? Да, ну, других данных нет. Я думаю, что здесь вряд ли. Центробанка. Сначала надо ключевую ставку сделать. Сейчас вопрос здесь, вопрос. Китай какой дает ВВП так, в среднем, годовой? Ну вот, у них тоже снижаются. Здесь хихикают над коммунистическим Китаем апологеты. До 7-7,5%. У них самый высокий темп роста. Был 15. Был, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Все, кто перекрывает. Вопрос по центральному банку. Сейчас можно отвечу. По центральному банку почему такая ключевая ставка? Где у нас будет нанотехнологии, производительность? Вот это про капитал в принципе. И вообще как и про существование какой-то производственной модели как таковой у нас. Потому что есть мнение такое, что у нас вроде как финансовая уже история. Вот, то есть такая финансовая олигархия, которая уже капитализмом перестала быть. Вот я такое мнение слышала. То есть на самом деле... У нас вообще-то у нас самый настоящий капитализм. По определению, что такое капиталистическое производство? Товарное производство на той стадии, когда рабочая сила становится товаром. Но у нас рабочая сила – товар, все, у нас капитализм. Самый обычный, нормальный капитализм. Другое дело, что есть, как говорится, американский капитализм, есть российский. Если коротко ответить на ваш вопрос. Центральный банк в силу каких-то определенных причин, можем отдельно пообсуждать, у нас еще будет семинарское занятие и в следующем году, проводит политику разрушения отечественного российского производства, если коротко. Могу привести на простом примере. Да, и много там компонентов, много компонентов. Один из решающих, то, что вы сказали, это ключевая ставка. Ключевая ставка у нас 7,5%. Хотя в тех странах, которые мы называем развитыми, которые являются нам конкурентами,
за океаном Соединенные Штаты Америки, вот поближе здесь Европа. Вот в Америке теперь 2% там с хвостиком. А в Европе есть нулевые, в некоторых странах нулевая. Есть даже отрицательная. Какую роль? Кстати, в Турции вот что-то к этому примеру. Сейчас я закончу. К этому 24% там сейчас сделано. Вот. Молодцы, в кавычках. Уничтожает. Смотрите, давайте возьмем пример. Значит, Россия оказалась в мире капитала. Какие там отношения? Конкуренции. Да? Либо ты съешь конкурентов, либо тебя. Другого нет. Значит, мы должны конкурировать. Все же говорят, давайте конкурировать. И вот в голове какого-то российского капиталиста зародилась идея. Давай-ка построю какое-то современное предприятие. Ну что, куда, на какие деньги, куда надо идти? Банк взять, кредит. Значит, в теории как она получается? В практике модифицирована, но в теории как? Учетная ставка, но ключевая это бывшая учетная ставка. Это как бы та ставка, по которой центральный банк служает коммерческим банкам. А коммерческие банки делают свои надбавочки, есть всякая там маржа, прибыль и прочее, и дают кредиты функционирующим капиталистам. Так, в упрощенном виде. Есть ли у нас ключевая ставка 7,5%? Ну, сколько накидывают коммерческие банки? Нет, нет, много, ну что вы. Где-то маржа, так называемая, не снижаем маржа, ну, в общем, 5%. По факту у нас на начало года средние ставки, коммерческие ставки юридическим лицам 11,5%. Я не беру сейчас по срокам там и так далее, не разница. Запомню. Значит, наш капиталист взял сумму денег под 11,5%. Ну, пускай там условно 1 миллион долларов, хотя стоит долларов меньше, в рублях. Та же идея пришла на ум конкуренту в европейской стране. Если там учетная ставка 0, под сколько можешь взять? По 3, по 4, 5. В итоге, куда идут затраты на оплату процентов? В издержки производства. Ну, если строго говоря научно, вот эта вот прибыль, которая создается в материальном производстве, она потом делится, да? Прибыль распадается на предпринимательский доход, на торговый прибыль, банковский процент. Источником банковского процента являются вот, платежи по кредитам от юридических, кстати, физических лиц. Ну и вот, здесь у нас под 1,5, там по 4. Вот какая здесь конкуренция? Кто это загнется? Вы называли как раз 7,5 рентабельность среднюю по России, да? Промышленность меньше, там где-то 5%. Возможно. Это самое, где-то возможно. 5%, а то и ниже. Это вот, слушай, так. Осознает же эту ситуацию? У нас еще время. Да. Есть? Нет? Давайте вопрос. А в чем тогда смысл такой политики, так сказать, Центробанка? Ну, уничтожить. Это вы ко мне задаете вопрос? Ну, хотя бы. В чем смысл? Вот вы знаете, залезть в голову там, представитель Центрального банка, представитель наших финансовых ведомств, наверное, задача это писатели, знаете, хорошо, тогда вопрос. Нет, я отвечу. Это может быть вот это правильный вопрос. Мы должны смотреть, какие объективные, так сказать, вот, действия этого дела. Чьих интересов? Конечно, в интересах конкурентов. Нет, в интересах конкурентов. Скорее всего, в головах у них заложены определенные, как говорится, модели, да, вот идеи. Вот в идеал для них это капитализм свободной конкуренции. Когда ничего делать не надо, капиталисты сами будут конкурировать и там все это поднимать, производительность труда и так далее и тому подобное. Сейчас капитализм другой. Сейчас капитализм такой высокоразвитый, что его регулирует государство монополия. Они должны регулировать, в том числе через ключевую ставку и через массу других моментов. А у них в головах другое. Если мы вот этот сложный организм экономический, да, который нужно регулировать более, так сказать, высокими, так сказать, методами, начнем регулировать методами, которые свойственны были 200-300 лет назад, что произойдет? Откатимся туда. Да не откатимся мы туда. Просто будет разрушено производство. Что и происходит? Последнюю цифру вам даю, у нас заканчивается время. Посчитал вчера. Значит, я беру все для, скажем, сравнения 90-й год. Условно, так сказать, год, так сказать, водораздел, там, СССР еще оставался. Значит, на 2017 год объем промышленного производства в Российской Федерации составляет 87% от уровня 1990 года. Вот вам. 25 лет с гаком. Вот скажите, пожалуйста, это огромный срок. Вот чтобы совершить что-то грандиозное в стране, сколько нужно лет? Вот давайте возьмем историю, родную историю. Индустриализация 10 лет. Ну, кому не нравится Советская Россия, да, СССР, давайте возьмем капиталистические страны. Послевоенная Германия 5-10 лет в лидерах, Япония и прочее, прочее. А здесь уже четверть века с гаком. Вот это вот то, что в головах и то, что делают. Объективно, да,
Это разрушение производства и льют воду на мельницу. Там будет это самое сравнение того и той же Японии и Германии после войны. Потому что, извиняюсь, по программе Маршалла нигде не вкладывали как показательные вокруг. А извиняюсь, у нас никто не вкладывал, а только высасывал. То есть, да, то есть некорректное сравнение насчет там, количества лет и роста. Может быть. Берем сейчас. У нас мирное время. В стране колоссальные ресурсы. Сейчас. Давайте. Колоссальные ресурсы. Вот называют цифру. Сколько вывели денег туда? Вот что такое вывод денег туда? Кого мы поддерживаем, кого мы развиваем? Вот если эти либо 1 триллион долларов, либо 3, либо 2 оказались здесь, на каком бы месте мы были? И здесь бы были организованы производства. Значит, мы оказались бы на уровне Японии, Германии. Нет, да, совершенно нет принципов. Ну все, так, давайте заканчивать. Значит, мы встречаемся в среду. Домашние задания, насколько я понимаю, размещены вопросы контрольным работам на СДО Красного университета. Все, тогда, до свидания.